Это типа как бы алфавитный порядок. Нет, не нужно. Так, подлаги, все разлагало, отлично. Отлично. Мнение совпало у нас с человеком. Ну, здесь такое, две удачных очень позиции есть для храмов. То есть вот это вот. Так, а портал откуда куда? А, вижу. Вижу, откуда ведет куда портал. Ну, в общем-то, если Почему здесь использовать свет портал, у такой? них не такая прям супер позиция. Где враг? Нифига себе, так рано, что ли? Ну-ну. Я постоянно не туда делаю, ну ладно. Надеюсь, меня простят. Так, наги, наги и дринеи. Мы увидим дринеев сломленных. Анимация постройки, как у орков. Кстати, видел, собирают деньги пацаны на Armies of Azeroth. И там 410 тысяч баксов им надо, чтобы сделать full пак, короче. Они вот оценивают свою работу в 410 тысяч баксов. Мне кажется, многовато. Во имя правосудия. Даем столько. Ну, типа, чтобы сделать вообще все расы, добавить еще и расу наг полностью и сделать full RPG компанию на трех, короче, этих героев, на трех человек. Ну, вот, ты, наверное, понял за этого, за Рексара. То есть последние 100 тысяч. Ну, то есть, если им 310 тысяч надамажат, они не сделают. А если им надамажат 410 тысяч баксов, то они сделают. Но вообще, они на самом деле молодцы, потому что ЛТД-2 делают, и там, как бы, пацаны уже что-то 4 года пилят, потом такие, а давайте мы на Кикстартере денег соберем, там, может быть, что-нибудь. А здесь пацаны конкретные взяли, взяли и сделали. В общем-то, ну то есть взяли, сначала сделали игру, которую можно поиграть, которую можно пощупать, а потом уже собирают деньги. Все правильно. Про ЛТД-2 мне запарились память, но новость-то реально 100-летней давности. То есть они что-то делают, делают. Тайная кузня. Прикольно. Прикольно. Так, ну что? Я, наверное, тогда армию буду делать. Ну да, у тебя такая более боевая позиция. У тебя самая боевая, наверное, позиция. Ты очень близок к оранжевому. Красного почему-то всегда в первую очередь сносит. Не Да. сказать, что он прям в центре, что у него такая позиция, но на него почему-то всегда нападает первым. Видно, что ты вроде как поопаснее в контроле. А, нет, вот все-таки достроились. Хотел сказать, что ты получше контролишь, чем второй парень, но тут очень, очень долго, где-то секунд 40 не достраивали храм, но нет, нормально. Но ты гадил больше, конечно, чем он. Ну, за этим, да, следить надо. Ну да, это очень важно, потому что первые алтари появляются, я так понимаю, буст. Вообще, как механика прироста маны? В смысле, как механика Ну, прироста то маны? есть, насколько все усиливается после того, как у тебя появляется первый храм. Сколько вообще? В два раза получается. То есть, вот, вроде один дешевый храм строишь, а уже в два раза, ну, в два раза быстрее что-то можешь сделать полезное. И вредное врагам. Ну да. Что-то надо бы что-то уже сделать, а как-то не делается. Так. Не хватает маны. Что-то ни на что не хватает пока. Здесь эльфы, блин. Ну, те, кто ходит в рудники. Те, кто ходит в рудники, конечно, на этой карте имеют колоссальное преимущество. По сравнению с теми рабочими, которые стоят на месте. Типа андедовских. У каждого свое преимущество. Ну, то есть, это у тебя заложено в баланс расы, да? Что, типа, вот этих вот Да. легко поджарить огненным столпом, да? Ну да. Ух ты. Круто. Круто, когда такие моменты учитываются. Не везет. Не везет флеш-драйверу. Мало того, что он качал карту 10 лет, так еще и не получается ему никак храм достроить. О, и пошло тавернубство, короче. Башни у рудников. Просто наше все. Уже все построили по башне здесь. Ну, Ой-ой-ой. все поняли, что все очень А плохо, как если их не сатиров строят. контрить? Как сатиров контрить? Они
как бы невидимки постоянно, но когда делают удар, становятся видимыми ненадолго. То есть нужно, ну, одну башенку буквально поставить с рабами. Или юнит в парочку поставить. Они их убивают очень быстро. Это строится уже башня. Собирается пацан тавернупствовать. Я пока их не контролю, они сами бьют, что хотят, в общем-то. Неплохой план. Это все. На. Здесь уже юниты есть, поэтому. Так, а что здесь? Ой-ой-ой-ой. Да, нормально, сатиры там пожарили. Так, а здесь продолжает строиться храм. Вот это вот да, вот это не на, нельзя давать это сделать. Текс. И две башни уже здесь. Не, ну, конечно, в плане башен это жесть. В плане башен это не очень. Лес просит восстановить. Маквел. Ого, он лесоруб. Офигеть. Но это правильно, многие не строят здесь рабов, и поэтому у них постоянные проблемы с лесом. То есть лес должно быть постоянно в избытке, просто в диком избытке, потому что тебе могут в любой момент убить рабочих, ты должен вообще без проблем их отправить на... Ой, ломай этого, ломай этого. А, блин, что, огненный тотем не контролится, что ли? Нет, он рандомно распускает эти. Во всех по одной... Ого-гошечки! Вот это была молния. 6 рабов убила. Так. Блин, я не знаю, видимо, надо подхилять. Текс. Ну еще давайте запасного тут сделаем. Чего бы набубенить такого плохого? Чтоб прям... О, ёпрсоте, вот это... 599 из 600 я рабочего в корне сделал. Вот это вовремя. Лес тебе поломали? Текс. Ну чё тут? Замутить бы. Сейчас я ему 1000 дерева перекину. О, ну здесь стоит еще вот этот вот рабочий, есть возможность его зацепить, так что надо это сделать. Нифига себе, вот эта реакция мангуста. Давай, чик-чик-чик-чик, просто по цепочке. По цепочке всех забрало. И у него не так много рабочих, хотя есть. Так... Здесь строится мое любимое здание, гнездо морголов. И снова пацаны добывают. Ну вот молодцы, потихонечку люди учатся. Жалко, что они и тавернубить тоже учатся. Но... В этой карте это необходимо. Ну надо как-то сделать, чтобы люди без этого играли, мне кажется. Потому что, ну иначе просто жесть. Так, подлаг какой-то. Че, ты захвачен, не захвачен? Вроде как... Здесь маловато рабов, надо всех уже добить вот так вот. Ну, то есть потратить ману и всех добить. Ого. Так. Че у них по войску? Много войск нет? По войскам? Ну, у фиолетового вообще нифига нету. Так, сейчас. Сейчас я посмотрю. Прикольно, что полный, конечно, контроль карты. Так, у фиолетового вообще нифига нету, вот несколько башенок и все. У желтого тоже я особо не вижу, есть небольшой отрядик, ну там 4 юнита буквально. У оранжевого, да ничего особо и нету так. У оранжевого герой, вот у них у всех этот колдун и все, в общем-то. Так, ну что, давайте, ведите их. Оп-оп-оп. Попытался, кстати, в сторону Дэн развести, молодец. Тактическая задумка хорошая.
Ой-ой-ой-ой-ой. А-ха-ха, вот этот хил. Блин, а какого фига, лол? Что-то я не понял, двух юнитов похиляло, на третьего не перекинулось. Походу перекинулось на юнита, который сдох из-за этого, что ли? Что-то какая-то жесть произошла. Так, что у них по храмам? Да немного. Они только тавры строят. Просто в космическом количестве. Не, ну это просто жесть. То есть, игра успешного игрока в Дьявол против Бога новую версию начинается с постройки 20 башен. Потом можно уже подумать о дальнейшем развитии. Так, здесь мы. Это получается у оранжевого три храма. Да, оранжевого три храма. Ай-яй-яй! Черт, не добил одного виспа. Ну ничего. Ну, третий храм также строится у флеш-драйвера, но что-то у него таверок столько. У оранжевого не так-то, в принципе, много таверов, и можно у него пройти к этим, к храмам на халяву. То есть, ну, чтобы башни тебя не дамажили. Ой-ой-ой. Какая здесь жесть. Чувак, благо, не доконтролил. Не, надо вот так вот сделать. Вот такой грозой будет лучше. То есть они со временем вот так вот будут умирать. Да. Та гроза. А то зашел бы лоу-хпшный пацан бы в рудник. Хотя фиг знает. Может быть, лучше та гроза была бы. Текс. Ну, здесь тавер нубства. Здесь никак. Здесь 4 тоже башенки у рудника. Еще одна. И ха, сказал, что эти не защищены. Начал башню чувак строить, короче, у этого. Забавно. Так, ну я им тут поставил нормальную тему. Башня вон строится, ее можно, в принципе, отменить. Или я не знаю, ну там как хочешь. Смотря как ты хочешь его наказать. Экономически накажу его. Экономически. Ну, экономически у них и так, знаешь, так тебе все. А что это за стазис кидает на главное здание? А это, ну, способность самого форпоста. Типа мана впитывает урон. А. Так, ну что у тебя там? Свалил уже? Нам. Экономически наказал и свалил. Ну, можно у него даже, наверное, улучшенных рабочих не ломать, потому что у него ни на что не хватает особо. Янтарный дракончик. Прикольно. Очень помогает, конечно, то, что они веспов выводят из рудника. То есть так они ходят в рудник и один, а то если повезет, как вот с той волной хилы забагованной получилось, то и два выживут. А благо они уводят своих рабочих и можно нормально их молнией накрыть. Ну, блин, ну тут даже ничего не поставить, вот этот огненный тотем, потому что здесь очень много. Лучше кроли восстановить деревья. Ну-ка, сейчас посмотрим, что у него там. Ого, вы смотрите, флеш-драйвер разводит виспов в разные стороны. Ну нет. Черт, а почему они не сдохли-то? Да, послушались моих советов, блин, учу своих врагов. Вот это я молодец вообще. Так, кроли восстановить деревья. Кроли. Ого, вот это ты деревоед какая-то древоточица, а не кроля. Блин, а где их даже устанавливать? Фиг знает. Вообще нигде не осталось деревьев. Сейчас здесь, блин, восстановлю. Рабочие окажутся. А, вон нормально. Так, ну что, давайте заниматься нашими любимыми делами. Гадить всем и вся. Ой, здесь все разошлись по разным деревьям. Ну прям меня радует, как пацаны играют. Очень хорошо. Если бы не миллиарды башен, то было бы вообще веселее. Так. А,
Странно. Гроза как-то... Поздняя гроза в этом году. Ого. Разводят рабочих. Разводят прямо по разные стороны. Прям красавчик Мунфейс. Это что еще сказать-то? Не зря я его типа как сильного запихнул в эту сторону. Ну ладно, ладно, все. Лол. Смотрите, видите, в руднике спрятались, только один сдох. Ну, все равно там никто не добывает особо. Ух ты, здесь... База, здесь база, ну прям вообще все замечательно. Надо, наверное, здесь восстановить лес еще. И надо, наверное, еще сделать... А, что-то как-то вообще твой чувак рабочих не ломает. То есть я два рабочих сделал пацану 100 лет назад. Ну, по таблице он практически с тобой сравнялся. На равных идет. По уничтожению? Угу. Нифига себе. Ну, видишь, по таваркам ты посмотри, как все происходит. Насколько мне сложнее что-то сделать. Да, почти сравнялся. Ну, надо сказать, что пацаны, особенно Moonface, это очень тащат. То есть, вот сейчас я впервые за все время увидел, как он подхилял рабов. И еще, кстати, этот у нас пацаны очень дерево рубят активно. Так, ну что, давайте вот так вот попробуем. Сразу тяжелой артиллерии, короче. Не знаю, правильно это, нет. О, добил, молодец. Город наших союзников в осаде. Конь тут прискакал, смотрите. Пройдешь, толстячок? О, пройдешь, молодец. А вот этих вот сможешь забрать? Молодец. И тут рабочий. А, ну нет, кстати. На нас напали. Да, и вот так, вот так, вот так, вот так. Ого, хелп, там какой-то хелп. Йо, красоте, подождите. Так. Во имя правосудия. Во имя правосудия. Я даже не знаю, тут как-то нужна уже какая-то помощь, тут вроде так все хорошо. Свет дает мне силу. Так, что-то туплю. Так, давайте сделаем вот... Ого, похилял, молодец какой. А давайте молнии жбахнем. Ладно, это молния нифига ничего не сделала. Так, а где мой големчик-то, а? Я его забиндил, не забиндил. Где он вообще был? Куда я его скидывал-то? А, вот, забрали бедного големчика. Так, а молния сюда перескачет. Давайте проверим, насколько скакабельная молния. Блин, нифига себе, связующее звено украли просто. Связующее звено моей молнии. Ну, ладно, ладно. Что-то Маквелл там всех рабов убивает. Ожесточенно. Бедный Маквелл. Не успеваю я ему похилять. Тут же еще такая тема, что у ваших-то нету экспандов. На экспанде-то вообще харасить изи. Ну, точнее, не у ваших, а у там пацана. Так, ну что, в принципе, можно чуть-чуть покарать. Что тут самое мощное? Вот это вот, наверное, самое мощное. Пацаны уже скоро отвалятся. Блин. А сильно защищено главное здание, вот форпост, вот этот вот, можно его попытаться диверсии сломать или нет? Ну, через два заклинания можно сломать, в принципе. Через землетрясение и розочку. Вот сейчас попробуем. Сначала так. Ага, блин, нифига, у землетрясения это радиус смешной. Это все, на что ты способен, хочется сказать. Ну ладно, ломайте храмы. А, получается, землетрясение в соло, что ли, храмы убивает? Ну, маленький, да. Нифига себе, я, блин, розочку потратил еще. Ну ладно, ничего. Ну, три храма я снес. Блин, не додержал. Давайте, что здесь пацанов заспавним. Попробуем их в качестве хараса прямо под башнями. Да, не очень. Не очень, прямо скажем. Хотя... Что-то да есть. Так. Город наших союзников в осаде. Ну все, я уже готов нападать. Здесь башня? А, они там защищаются, понятно. О, сражение. Я его не заметил. Магейм там, скинь голема какого-нибудь. А я пойду, наверное, нападу.
Так, что по голему? Голем есть. Конечно. Голем тут жарит. Ну пусть они пока дерутся с големом. Надо какого-нибудь дракончика сломать, там, героя. Что-нибудь такое. Ну, нормально. Так, а у тебя там, наверное, армия большая, да? Ого, гошечки у тебя тут. Угу, неплохо. Так, ну надо тактически тебе помогать. Какой у тебя красный пацан? Хэппи. А, на ару. Наших союзников в осаде. Просто очень сильный игрок российский Хэппи недавно вернулся в Warcraft, поэтому у меня все связано с Хэппи. Да, чувствую, что все плохо для них. Мало того, что это пацан недавно пропушил. О, 4 юнита телепортировалось. Беги! Паника! Город наших союзников в осаде. Так, тут есть кого хилять-то вообще у тебя? Ну, в принципе. Да, у меня все целые. Если подумать, то можно кого-то найти. Да, все, жесть, походу. Походу это конец. Так, ну здесь вот, правда, ломают. Ну, давайте сюда телепортик сделаем, во-первых. Кто союзники? Блин, здесь еще нейтральные юниты поперли. Ладно, хотя бы от нейтральных защищу. А, уё, просто только я портал скинул, вот этот телепортировался. Ну, ладно. Так, а куда он телепортировался-то? Это вот это вот... Ага, ну давайте мы тут немножечко... А, нет, это один юнит. Это ты уже тут все разобрал так быстро? Да. А ты, если человек с твоим ником заходит в эту карту, то что? У него есть какие-то преимущества? Миллион голды, например, не? Что-то виспы в свободном полете. Так, огров поможешь. А где огры-то? А, огров помочь. Блин, ну я не знаю, на таком крипинге дешевом как-то помогать. Я не знаю. Ну блин, на тебе огненный тотем. На нас напали. Ну это как-то смешно. Ой, сатирчики мои бедные. Сатирчики православные. Что же вы? Что же вы погибли? Идем сносить очередного игрока. Ну, я ему тут рабочих убиваю, но понял, что это не актуально. Да, армия большая. И главное, что забвение там всякое не сделаешь. А расскажи, пожалуйста, про этого красного юнита дикого. Ну, он такой юнит поддержки, он ауру распространяет. Ну, сам по себе так себе бьет. Ну их всего пару штук можно сделать, по-моему, два на игрока. Смятение бы сделать, но тут что-то у них армии-то нету. Ну у вас экспанды у двоих, это, конечно, круто. Ой, здесь столько храмов строят прям. Можно их покарать. Ладно, пока давайте вот так, оп, успели, нормас. О, отлично. Еще и конь телепортировался, ему досталось. Ну все, здесь жесть. Как бы там боги друг друга не харасили, такая толпа порабощает. Ой. Ой-ой-ой. Жесть. Не зря у автора этой карты машины по квартире ездят. Уже сигналить начали. Да, прикольно восстанавливать деревья, чувствуешь себя созидателем. Ну, можно это в землях бога сделать, но там особо, насколько я знаю, нету нужды в дереве. То есть, ну, как бы это... Эту, кстати, способность еще можно использовать как и для союзников, чтобы деревья восстановить, так и навредить можно, чтобы застряли рабочие противника. Да, кстати, я об этом даже не думал. Но виспам, конечно, не навредишь с этого. Это да. Ого, кроля тут прямо это порабощает. Все его 4 юнита в атаке. Прям он жжет. Сейчас я приду. Я его застрою деревьями. А, блин, здесь нет деревьев, черт. Хотел по фану его застроить деревьями. Опустошение. Сжигает вашему оппоненту 400 манны. А, прикольно, кстати. Если человек копит на землетрясение, вообще ничего не делает, а ты хоба.
Наверное, герою это не имеет смысла делать вражеским. Нет, не-не-не, это дьяволу только ну, сжигаешь. Или богу. Ага. Ну, прикольно, да, если он копит. Ну, то есть, если у тебя преимущество, ты тратишь 500 маны и выжигаешь 400. Ну, не даешь ему что-либо сделать. Угу. Доминируешь еще больше. Прикольно, недостроенный алтарь, уже часто флешдрайверу везло. Ну, что, создатель силен в своей карте, второй раз уже выигрывает толпа. Как бы ты там ни харасил, вот такая вот толпа, сносящая все на своем пути, это жестко. Ну, надо сказать, что ребята играли очень хорошо, то есть разводили виспов в разные стороны. Пытались их сохранить всеми способами. Всеми правдами и неправдами. О, у тотема исцеления 100 хп, а не 5. Это хорошие новости. На нас напали. Ну, в общем, все. Конец, похоже. Защитное поле. Это ж Старика взял, что ли? Да. Гниль юзает? Это, подождите, чувак своих добивает, да? Вот это он силен. Ну, как бы, тема в том, что гниль, она же розочка, дамажит в процентах в Варкрафте. И поэтому, если у юнита 300 хп, она дамажит ему меньше, чем отхиливает Хилинг Вард. А вот здание своих союзников он сломал очень уверенно. Потому что здание значительно больше хп, все дела. О, надо, короче, тут вписаться немного. Прям на дом упал. Лол, что за баг? Он упал в другое место. Не то. Ну, чего? Опа. Упал в другое место. Да, да, это так. Ну, я просто голем на дом скинул, и он упал, анимация была ровно того, что он упал на дом, а при этом появился он в другом месте, чем где была анимация. Ну, это уж так. Ну, все, я думаю, пора заканчивать. Тут, в принципе, уже нечего показывать. Прикольная тема, конечно, карта значительно стала лучше. Можно теперь как-то участвовать в боях. Раньше вот была только, по сути, одна альтернатива. Исключительно только ломать рабочих, потому что если ты сломал 5 рабочих, и у противника нету возможности заменить их, то это получается жесть. Он теряет порядка, наверное, там 1500 золота из-за того, что он не добывает. А в этой версии можно также участвовать в файтах. Ну, конечно, таверки меня очень огорчают, реально, потому что, ну, получается, меня огорчает всегда безальтернативное развитие, а тут вот таверки безальтернативное такое развитие, что, типа, ну, если ты не построишь башню своего рудника и отведешь куда-то войска, то огненный тотем убьет всех твоих рабочих просто в мгновение ока, ты даже их не успеешь отвести. Вот, но все равно... Довольно забавно. Кстати, вот 26 минут такая каноническая игра. Ну, то есть, прошлая игра, по-моему, была 28, что-то типа этого. Ну, самое то, среднее такое время. Недолго. Ну, да-да-да, это очень круто, больше не надо. По 85 у меня убито с твоим коллегой, и у тебя 66, вот это жесть. И Дэн такой скромненький, 5 юнитов убито. Ну, Маквилл понятно, у Маквилла есть оправдание, он все застроил храмами. Эти 6 юнитов убито, это крипы, кстати, надо сказать. Но он построил такое количество храмов, что я мог, типа, а что, если я кину спелл сюда? Что у нас получится? А, сатиры, давайте потестим. Ну, в таком роде. А по героям, получается, у тебя 7 и 4. Угу, понятно. Ну, ладно, хорошо, получилось довольно забавно. Так, в рандом юнит.